Всем привет, с вами Мимико, я начинаю игру под названием Night in the Woods. Я специально практически ничего, кроме скриншотов в Стиме, не смотрела об этой игре, но многие люди ее посоветовали, более того, один добрый человек ее подарил, спасибо тебе, Скиннерт. И, собственно, настало, наверное, время ее пройти. Давайте посмотрим. Мне, кстати, очень нравится вот эта вот подсветка, какая-то неоновая, мистическая. В общем, мне нравится вот это все. Настройки здесь, кстати, достаточно человеческие. Даже на ВАЗе будет управление. Правда, в менюшке приходится... А, нет. Слушайте, стрелки и ВАЗ примерно равноценны. Ладно, окей. ВАЗ рабочий, все хорошо, все прекрасно, поэтому запускаем новую игру. Тут вроде как по главам или еще что-то. Я не совсем поняла, как оно будет, но мы разберемся. В год, когда дедушка умер. Ага, мне нажимать надо будет, окей. Продлили шоссе. Случилось самое ужасное наводнение после 1998 года. А, это я выбираю ответа. Давайте про самое ужасное наводнение после 1998 года. Грег застрял на крыше собачьей будки. Электричество отрубили на 2 дня. Блин, надо не забывать листать. Кэсси Хартли приплыл на лодке своего отца. Я засмеялась, когда увидела его. Дедушка оставил мне книги в ящике из-под яблок. Он любил истории про привидений и рассказывал их сам себе, лежа на больничной койке. Они боялись смерти, либо в его лесах, в его краях. Они приходят в поисках богов, они боялись смерти. Они боялись смерти, мне больше нравится. Они боялись смерти, поэтому они прожирали юных. В свой последний день он внезапно приподнялся и уставился в окно. На старую пустую мельницу или на старую детскую площадку, на старую автостоянку, на старые поезда. На детскую площадку более крипово. Наполовину смытую. Он повернулся к моему отцу. Глаза все такие же широкие. Этот дом полон призраков, сказал он. И умер. Окей. Что ж, замечательно. Я не говорю, что ожидала какой-нибудь вечеринки или подобного. Но я полагаю, что здесь будет хоть кто-нибудь. Добро пожаловать домой, Мэй. Угу, это девочка, я так понимаю. История Possum Springs. Как читать? Вау, когда это повесили? Possum Springs еще никогда не выглядел таким фальшивым. Так, а прочитанные уже как бы остаются так видны. Это, наверное, такое облегчение для телефонных компаний, что в Possum Springs нет связи. Было бы здорово позвонить родителям, но какой-то ублюдок постарался и оторвал отсюда трубку. Зачем красть телефон? О, я думаю, в этом будет вся загадка. Фиаско Фокс, ты такой восхитителен. Лиса, это круто. Ладно. Гарбен Малой. Добро пожаловать на шоу Гарбен Малой. Какие новости... А, Мэлли. Какие новости, Мэлли? Сегодня рынки подскочили. Очень высоко. Я смотрю на этот график, и он очень впечатляет. Прибавилось 15 тысяч рабочих мест. В основном лишь на схемах, что является доказательством экономического упадка. О, Гарба, похоже, мы ударились в политические дискуссии. Мы должны время от времени говорить о политике. На прошлой неделе я сходил на свидание с девушкой, которая познакомилась в интернете. Правда? Ага, интернет реально ему поможет помочь найти свою любовь. Ага.
Кто-нибудь из наших прекрасных зрительниц не ищет себе жениха? Свяжитесь со мной. И я дам знать, если найду кого-нибудь. О, как это неловко. Ладно. Прикольно, что персонаж может прыгать. Давненько. Давненько я не прыгала в играх. Прошу прощения, а где все? Сейчас 10:45. Закрыто. Сейчас почти никто не приезжает на последнем автобусе в Possum Springs. Только ты. Разве здесь не должно быть дежурного и... Так значит, вы вахтер? Давайте про дежурного. Закрыто. Почему включен свет? Почему работает телевизор? Мне становится страшно, когда я стою здесь один. О. Можно я протиснусь через вас? Не, пройдешь, когда я починю ее. А когда вы планируете закончить? Сразу после того, как ты подашь мне фиаскалу из автомата. Я должна за нее заплатить? Нет, я всегда перенастраиваю его, пока работаю здесь ночью. Мило, то есть совсем бесплатно? Бесплатно, пока кто-нибудь не придет и не скажет обратное. О, слушай, да без проблем, как бы, я вообще не переживаю, я тебе эту колу дам. Что за... У них есть лаймовый фиаско, а он хочет фиасколу? Это невообразимо. Но я бы тоже взяла просто колу. Ладно, просто возьму ее. А можно еще? А, прям лапкой в лосятой. О, это было мило. Можно еще? Блин, ты слишком правильный. Ну ладно. Одна фриаскола. Фриаскола. F. Ха. Вкусняшка. Итак, что ты здесь делаешь? Я здесь живу. Ну, жила раньше. Ха. Странно. Когда вы закончите с дверью? Прямо сейчас. До свидания. Пока. А зачем свет выключили? Ну-ка, дайте я посмотрю все без света. Не, ну... Ладно. Зачем свет-то выключать? Нормально же все было. О! Автобусная остановка. Я не буду возвращаться по шоссе, а то попаду под машину. Куда делся этот вахтер? Он ушел? Мне, кстати, интересно, вот эта вот начальная история на что-то влияет или нет. Но, знаете, в любом случае, я сейчас прохожу игры заранее, то есть они полностью выходить будут только после того, как я ее сама полностью пройду, поэтому, к сожалению, вы посоветовать мне ничего не сможете, так что я буду уже по ходу совсем разбираться. Но если я в процессе так что-то и не пойму, то я буду с удовольствием читать ваши комментарии именно с советами о том, что здесь происходило. Единственное, что... прошу, не ругайтесь. Я внимательная, насколько могу. И вот реально, я внимательная. Не надо. Может быть, я глупая, но я внимательная. Так, итак, я на окраине города. Мама и папа нигде нет. Темно и холодно. Похоже, мне придется идти пешком. В одиночку. Да здесь вон как красиво. Странный звук. Что это? Возможно, этот автовокзал — новейшая вещь Possum Springs. Думаю, они получили государственное финансирование или что-то в этом роде. По идее, он производит хорошее первое или последнее впечатление о городе. Если бы только не заброшенная фабрика по производству стекла, которая расположилась на фоне. Судя по всему, они не собираются разбираться с ней. Светлячки прям ко мне привязались. Так, может, вы хотите сюда? О, поезд, прикольно.
Ого, я не думала, что так скучала по звуку этого поезда. Я привыкла слышать его в своей кровати по ночам. Во время зимы, когда листья уже опали. О, еще. Я могу всех собрать? Ну, иди ко мне. Нет, но у меня их явно больше. Похоже, мне придется пробираться сквозь лес. Сквозь этот лес к своему дому, к своей кровати, к своим беспечным родителям. Ну, они действительно беспечные, раз ребенка оставили вот так вот ночью, черт знает где. Вообще выглядит стилистически приятно. Весьма. Павин. Ой, пакет. Пакет, прям как дома. Ох, вот это я понимаю, природа. Природа и мусор. Ну, да. У нас тоже постоянно какие-то пакеты валяются. На деревьях, на дорогах. По-моему, где-то тут должна быть старая лесопилка. В смысле, здешний парк называют лесопилкой. Похоже, в какой-то момент они потеряли очень много деревьев. Вздыхает. Думаю, придется карабкаться. Окей. Ага, вот так, да? Ладно, это было бесполезно и глупо. Значит, туда. О, боже мой. Это было опасно. Я могла умереть. Это было круто. Я не собираюсь помирать в этой дыре. Это было круто. Не, ну зато мы как бы вот до сюда дошли. Так надо было. Ой, листья кленовые, красненькие. Мурф, Лафорте. Люблю кленовые листья очень. В принципе, как и кленовый сироп. Вау, я не была здесь около 10 лет. Тут, наверное, вообще никого не было все это время. Музыка. Я не понимаю, что они здесь собирались делать. Что-то типа корабля-замка? Все равно большая часть разрушена. Теперь это просто развалины, где странные животные делают детей. Окей. Музыка здесь приятная. Да ладно. Не думаю, что у меня хватит сил забраться сюда. Но у нас нет выхода. Тебе меня отвадить, Possum Springs. Я твоя королева. Возможно, я могла бы спрыгнуть с этого телефонного столба. То есть все-таки куда-то сюда? Так, стоп. То есть? Как? Как? Не поняла. Здесь не прыгает. Интересно, какие животные здесь делают детей? Грязные опоссумы, ночные змеи, мистические звери всех форм. Ах. Так, вот это вот два. То есть, типа, вот сюда я могу запрыгнуть? Помню, бойфренд Кэти Доминко приводил ее сюда. Полизаться, а потом расстаться. А на следующий день Кэти вырвала из носа Синди Кларк сережку. В торговом центре Форт Люсон. Все это место пропитано романтикой. А еще? Эй, мистер Снорклс еще сохранился. Блин, оказывается, что диалоги вот, ну, пропадают именно. Прикольно.
будем знать, до упора тыкать. А! Йо-хо-хо! Точно помню, как раньше я едва могла достать до верхушки штурвала. А еще точно знаю, что с тех пор я едва ли сильно выросла. Кажется, лестница исчезла. Если бы я могла зависть наверх этой штуки. О. Когда я еще была ребенком, я все никак не могла залезть на это дерево. Бревна с цифрами издевались надо мной. Бревна и другие дети. Посмотрим, смогу ли я представить это. Не могу перестать это делать даже на секунду. Нужен достаточный импульс. Думаю, я смогу это сделать. Бег и прыжка, прыжка, прыжок. То бишь. Может, мне стоит просто сдаться, даже не пытаясь? Хорошо, давайте попробую еще раз. И погоди, мне еще раз это сделать. Окей. Прыжка, прыжка, прыжок. Дальше-то куда? Ну, то есть дальше я падаю. Что значит этот прыжка, прыжка, прыжок? Покажи еще раз. Что за прыжка, прыжка, прыжок? Можно мне настроечки? О! А почему они такие пустые? Ой, прикольно. Так, ладно. Ну, прыжок, да, X-Space. Да. А что еще от меня хотят-то? Ну просто так она не допрыгивает. Господи, почему мне всегда сложно на этом этапе? На начальном этапе. Ну как так? О! Я не знаю, я сделала все то же самое, она почему-то нормально прыгнула. Прошло всего лишь 2 года, как я уехала отсюда. Из города, имея в виду, а не из этой детской площадки. У меня начинают путаться мысли, просто запишу все. Рип, Грэнпа, дедушка умер. А, твои родители забыли тебя. Мэй. Так, стоп. Допустим. Я могу прыжка-прыжка-прыжок сделать вот сюда? Я же наверняка куда-то еще могу. Здесь же наверняка есть какие-то собирательные элементы, знаете? Хотя нет, вроде как не запрыгивает. Это странно. Так, надеюсь, тебе не будет больно. Привет, Мэй! Давно не виделись. Эй, что ты здесь делаешь? Больше нечем заняться? Я патрулировала и увидела тебя на этой старой детской площадке. И что с того? Садись в машину, Мэй. Нет. Мэй, ты хочешь провести свою первую ночь в тюрьме? Нет. Блин, все испортили. Меня довезли до дома. Судя по всему. Эй, помнишь меня? Мэй, у меня чуть сердце не остановилось. Прекрасно. Почему ты? Ой. Мэй, милая, мы думали, что ты приедешь завтра вечером. Вы думали неправильно. Как ты добралась сюда? Шла пешком, пока меня не арестовала коппа тетя Молли. О, ты передала Молли привет от меня? Нет. Я ни с кем не здороваюсь, тем более с копами. Я иду спать. Моя кровать все еще здесь? Или вы ждали завтрашнего вечера для этого? Мэй, как здорово снова услышать твой голос. Спокойной ночи!
Отец выглядит старше. Забавные дневники. Жаль, что они переведены на русский, поэтому я за точность в целом не ручаюсь, ребят, хорошо? Увы. На английский у меня такой себе. Так, стоп. Я хочу направо. Блин, прикольно, можно вот так вот ходить. Класс. Так, ну здесь мне ничего не доступно. Часики. У нас дома валяется пара старинных вещей. Часы, сундук, кладовой. И все, что погребено под домом после случая с цементом. Но эти часы каждый месяц случайно выходят из строя. Выскакивает маленькая деревянная уточка и издает причудливый звук. Каждый раз пугает отца до полусмерти. Шутила, что этот дед достает его даже из-под земли. Неплохие у тебя шутки. Так, подождите, это здесь, а наверху что? Или я что-то такое странное сейчас прогружу? Может, это моя комната? А, это моя комната, надо было в ту посмотреть. Это мило. Котик уснула. Мне нравится периодически гитара или еще что-то играет. Забавно. Мы пропустили, к сожалению, комнату, да, там внизу оказалось, что вот здесь наша комната. Да ты прям как я. О! Может сыграть немного на басу? На какую песню? Не, позже. И космический дракон. Космический дракон. Блуждающий в космосе. Кочующий по запрещенным местам. Ё-моё! Чёрт, я... Я не могу. Я не могу с этим управлением. Можно мне на другие кнопки пока что? Я не могу, я путаюсь в пальцах, серьезно. А другие какие-нибудь кнопки работают? Подождите. Стоп. Да чё же этот ж так легко? Ну какого хрена? Я просто... Это должно было быть круто. Но я сделала это вот так. Это ужасно. А зачем я двойку нажала вообще? Я путаюсь, не могу. О, там еще какая-то крутотень на фоне была. Я не могу, я путаюсь, ужас.
Я паника! Что с этим делать, господи? Ужасный момент в моей ютуберской карьере. Самый позорный момент. Ну что это такое? Ну я ведь даже не знаю этой песни. Это самый ужасный, самый позорный момент, реально. Вот лучше боссов 300 раз убивать, чем 4 кнопки не смочь нажать. Я еще причем 2 руки туда перенесла в итоге. 1-2 у меня были на одной, 3-4 на другой, но все равно это не помогло. Собственно. В общем, мы еще попробуем. Я надеюсь, мы сюда еще вернемся, но это было круто. Это было прикольно, правда. Это было очень прикольно. Как так вышло, что птичка все еще жива? Ну, бывает. Было довольно круто, когда дедушка дал мне полную корзину старых историй о призраках. Не уверена, как они оказались здесь. Смерть приходит к Вилксбери. Модный мертвец. Преисподняя Стивенсон. Некрополь. Книга первая. Леди Акула. А, наверное, Леди Акула. Горностай на виселищном холме. У мамы все эти ужасные книги есть. О жутких преступлениях и печальных детях. На жутко грустные полки в их комнате. Ох, похоже, что одной из маминых книг удалось выбраться. Нам даже приходилось есть лошадей. Пугающая фермерская жизнь одной семьи из 1880-х. Боже, мам. Эй, тут есть пара папиных книг. «Зяблики Северной Америки». «Мир синиц». «Абсолютный Гракл», трилогия. «Совы совершенны, коварные журавли». Черт возьми, это Гракл? Лол. О! Раньше я была такой милой, мы все были милыми. Какие же мы милашки! Мы могли бы путешествовать и выступать, милые Боровски. О май гад, Боровски. Так, по-моему, здесь еще что-то пиликнуло, но мне показалось, наверное. Так, вот эта комната, да. Ах. С каких пор полосковое место перекрыто? Интересно, уберет ли их папа? Да, держу пари, папа поставил их сюда. Он должен их передвинуть. Это будет справедливо. Что это такое? Да, держу пари, папа поставил их сюда. Что за сполосковое место? Там какая-то скрытная фигня? То есть надо с папой об этом поговорить, хорошо. Дорогая? Да? Мне нравится Мэй, она кажется все время чем-то недовольной, поэтому если что, не обессудьте, что я ее так озвучиваю. Подойди ко мне, пока не ушла. Ладно. Привет, мам. Добро пожаловать домой, милая. Спасибо, что не сменили замки. Извини, мы перепутали день твоего возвращения. Это было короткое уведомление. Все хорошо, мам. Мэй, дорогая. Да? Все в порядке? Да? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Дорогая, что-то случилось? Мне просто нужно было вернуться домой. Ну, милая, думаю, ты понимаешь мое беспокойство. Обычно студент, второкурсник так не поступает. Я знаю. Дорогая, ты можешь сказать мне, если что-то произошло. Мам, я в порядке. Правда. Мы можем поговорить об этом позже. Конечно, дорогая, все в порядке. Спасибо, мам. Я уверена, твои старые друзья будут рады тебя видеть. Ты случайно не знаешь, где Грег? О, да, Грег работает в Snack Falcon. В тауне центре у Клик-Клака. Думаю, мне нужно сбегать туда и поздороваться. У нас теперь есть Snack Falcon. Давайте сначала вот про Snack Falcon. О, да, это так удобно. Знаешь, с тех пор, как Фуд-Донки закрылся... Фуд-Донки закрылся? О, да, почти год прошел. Вау, куда теперь все ходят за покупками? Все ходят к Хэм-Пантеру шоссе. Ну, я вижу твоего маленького друга Грека, когда я еду в город.
«Вау, Фуд Донки закрылся, и теперь у нас есть Снэк Фэлкон. Это совершенно новый мир, моя милая». «Да, это так». «Что ж, желаю тебе хорошо провести время здесь. Столько нового. Посмотри, что изменилось». «Так и сделаю». «Только будь осторожна со всей этой строкой». «Стройкой». «Ну, что за осень в Possum Springs без особой... без огромной... это что ж такое? Ну, что за осень в Possum Springs без огромной стройки?» «Это так по-праздничному, дорогая. Вернусь позже. Пока, милая». «Не, ну с мамой вроде как нормальные отношения». «Мама». «Так, а я еще могу с ней поговорить?» «Итак, что случилось в городе за это время?» «Так, посмотрим. Слышала, миссис Кранглер умерла». «Кто?» «Ты же помнишь ее. Она учила вашу группу скаутов танцевать, когда ты была маленькой». «О, вау. Она была довольно старой тогда». «О, она была древней, дорогая. Она была древней, когда я была в твоем возрасте». «Как она умерла?» «От старости, дорогая». «Сколько лет ей было?» 115. «Вау». «Я знаю, если бы это было соревнованием, она бы выиграла». «Дорогая, ты должна прочитать эту книгу, когда я закончу». «Что за книга?» «Фэлбой. Это реальная история о мальчике, который вырос в колодце. Родителям он был не нужен, поэтому они выбросили его в колодец. Его вырастили угри». «В колодце». «Ого». «Угри». «Угри». «Угри, дорогая». Угри. Так, что еще? Угри, дорогая, угри. Понятно, ничего особенного. Часть первая. То есть это был до этого пролог, или мы прошли первую часть, я не поняла. Снова домой. Ой, как это мило. Убить, 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 убить. Стоять, это ФБР. У нас 11-й дом. Ну, прикольно. Ребят, я думаю, у нас не будут такие уж и длинные выпуски по ней, потому что, ну, вам тоже тяжело смотреть. Давайте как-то это все разделять и потихонечку проходить. Увидимся с вами в следующем выпуске. Сейчас я могу пока сказать, что мне нравится, как оно выглядит. Очень мягкая, приятная цветовая гамма, приятная. И ничего плохого не могу сказать. Игра на бас-гитаре меня, конечно, выбила, но надо с ней справляться. Да, мы это как-нибудь сделаем. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Несмотря на то, что советы вы актуально дать мне не сможете, но, тем не менее, пообщаться конкретно о том, что было пройдено в выпуске, всегда приятно и интересно. Ну, вы сами знаете. Всем пока-пока, до встречи!